Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как на устройстве Umidigi A9 включить ночной режим. Для этого в первую очередь переходим в настройки, затем переходим в раздел экран и находим здесь ночной режим. Можем его здесь переключать, можем изменять его интенсивность, также можем установить для него расписание, можем выбрать время для себя или же можем выбрать лишь от заката до рассвета. И теперь также мы можем переключать режим, ночной режим, здесь в панели быстрого доступа. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.